Два берега. Один – настоящее и будущее Днепропетровска, другой – его прошлое. Мост между ними – наша программа, в которой мы будем говорить не только о новых проектах, но и об исторических зданиях Днепропетровска. Самым старым сохранившимся зданием Екатеринослава является Потемкинский дворец, ныне дворец студентов. По официальной версии, дворец строился с 1787 по 1789 год по проекту архитектора Ивана Старова и предназначался наместнику Екатерины II, князю Григорию Потемкину. Есть и другая версия, по которой автором дворца был Матвей Казаков. И здание было задумано как зал для проведения банкета по случаю приезда императрицы. В 1803 году в Слободе Диевка по инициативе сына основателя поселения Семена Диенко было начато строительство крестовоздвиженской церкви. Первоначальным проектом предполагалось деревянное строение в виде прямоугольного креста, но, прислушавшись к мнению прихожан, церковь возвели из камня. Прогуливаясь по улице Ворошилова, многие обращают внимание на два старинных особняка. Но немногие знают, что дома под номером 8 и 10 стоят здесь уже более двух веков. Когда-то они были частью первого в Екатеринославе жилого комплекса, известного под названием «Потемкинские дома». Имя архитектора комплекса, как и дата его возведения, на сегодняшний день не установлены. Храм Святого Николая, больше известный как Кайдакская церковь, можно было бы считать самым старым строением нашего города. По многим свидетельствам, тогда еще деревянное сооружение было построено в середине 17 века, за столетие до основания Екатеринослава. В 1787 году здесь прослушала службу Екатерина II. Новая каменная церковь, возведенная на месте деревянной, была освящена в 1811 году. Автором ее проекта предположительно является губернский архитектор Николай Петрович Насеткин. Сегодня в этом здании на проспекте Карла Маркса расположен музей «Литературное Приднепровье». Но изначально, в 1805 году, здание возводилось для канцелярии иностранных поселенцев. В 1820 году в помещении канцелярии работал сосланный в Екатеринослав Александр Сергеевич Пушкин.